Представители 4 университетов региона обсудили единое образовательное пространство Тюменского межвузовского кампуса. Участники рассмотрели научные программы, которые запустят в вузах Тюмени уже в этом году. Например, для обсуждения предложили проект «Химическая технология». Он касается разработки отечественных продуктов взамен ушедших с российского рынка. Мы с университетами договорились, что с 1 сентября каждый университет запустит по одной магистерской программе. И сейчас мы уходим в более практическую плоскость. Как мы это будем делать? Как выстраивать будем сетевое взаимодействие? Какие у нас будут партнеры? Самое тоже немаловажным для нас является, какие у нас есть конкуренты по этим образовательным программам. Сегодня мы пытаемся эту информацию систематизировать. Для нас очень важна связка между различными группами, которые работают по содержательному наполнению кампуса. Поэтому сегодня присутствует руководитель рабочей группы «Наука и технологии». И важно, скажем так, взаимозависимость и некую смысловую коммуникацию между научным блоком кампуса и образовательным выстроить уже на сегодняшнем этапе проектирования. Напомню, что проект межвузовского кампуса в Тюмени реализуют в рамках нацпроекта «Наука и университеты» Миноборнауки России по инициативе президента Владимира Путина.